Но уж говорить, погода в начале этой зимы преподнесла любителям активного отдыха неприятный сюрприз. Но сейчас, когда выпал снег и ударил настоящий мороз, самое время заняться любимым сезонным спортом. Охотники до коньков выходят на лед, а лыжники отправляются в лес, где можно с пользой для здоровья и души провести несколько часов. Минувшие выходные для спортсменов-лыжников выдались весьма активными. В Березовой роще состоялось сразу два мероприятия – эстафета спартакиады поселений и открытие. Открытое первенство района по лыжным гонкам. Внимание на экран. Первыми в эстафете спартакиады стартовали 5 девушек. Именно столько поселений выставили свои команды для участия в лыжных соревнованиях. Самой быстрой оказалась спортсменка из совхоза Анастасия Воронина. Настя – профи. Она мастер спорта международного класса по лыжероллерам, летнему варианту лыжных гонок. Говорит, погодные условия были непростые. Гораздо тяжелее, чем летом. Тут есть такой нюанс, как лыжи не едут по такому снегу. Сегодня очень холодно было. Лыжники-профессионалы были и в командах других поселений. Причем некоторые из них еще учатся в школе. Например, юный видновчанин Артур Облякимов 7 лет занимается биатлоном. А его старший товарищ, 11-классник Александр Климкин, стоит на лыжах с 9 лет. И к участию в этих состязаниях все относятся очень серьезно. Если, допустим, что займем призовое место какое-то, ну это достаточно почетно будет. И гордость какая-то за район. В этой эстафете видновчане заняли не просто призовое, а первое место. Команды, все соперники наши плотно боролись. Мы вплоть до последнего этапа шли вторыми, третьими. Была очень напряженная борьба, но мне удалось вырвать нам победу. Пока шли командные соревнования спартакиады, своего выхода на трассу ждали участники открытого первенства района по лыжным гонкам. Погода подвела нас. То снега не было, то холод, то тепло. Вот сегодня решили в один день провести два соревнования. Внимание участников соревнований! Получить номера! Ага! Пошел! К участию в гонках допускались все желающие в возрасте от 8 лет. Но среди лыжников были замечены и дети значительно младше. Ваня и Саша с родителями в лесу бывают регулярно. И даже сильный мороз не помеха. Мы каждые выходные ходим сюда. Стараемся вне зависимости от погоды все-таки выходить с детьми, гулять. Показывать им пример. Да, дышать свежим воздухом, в общем, вести здоровый образ жизни. Первенство района открыли юные лыжники. Им предстояло преодолеть 500 метров, а максимальная протяженность трассы этого дня – 5 километров. Всего же в этот день в открытом первенстве Ленинского района приняло участие более 60 человек, как любителей, так и профессионалов. Следующие лыжные гонки всероссийского уровня состоятся уже 2 февраля в городе Яхрома, где будет проходить «Лыжня России». Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Елена Кошелева, «Видное ТВ».